Народ, всем привет, с вами Андра Малик, и сегодня мы заканчиваем последнюю главу режима приключений. Это мое второе прохождение, где за меня выбирают сразу три растения. Я поставил код мусташ, чтобы у всех зомби были усы, просто по приколу, чтобы было как-то хоть чем-то отличалось прохождение от предыдущего. Так, значит, за меня выбрали вот эти вот растения: кукуруза, кофейный боб и зонтик. Значит, что мне надо? Так, нужно обязательно горшок взять. Ну, для этого уровня ничего сложного, поэтому мину возьму вначале для начала, чтобы было легче. Ну, например, можно таким образом пройти. Какую-нибудь блокировку поставлю, на всякий случай это. Ну все, сойдет. Так вот, последняя, значит, эта глава у нас осталось. Что по деньгам у меня? Практически уже все хватает на древо мудрости, чтобы максимально его вырастить. Это последнее достижение, которое у меня осталось. А прохожу главу только для того, чтобы вам показать. Потому что у меня, по сути, уже деньги есть. Если я все растения продаю, у меня хватает уже вырастить древо мудрости и получить достижение. Финальное достижение, можно сказать, для меня. Самое дорогое по деньгам. Все остальные я выполнил. Если кто интересуется какими-то достижениями, пожалуйста, заходите в плейлист в описании видео. Там есть все ролики, можете смотреть подряд все. И там вы увидите, каким образом я прошел все 20 достижений. И вот сейчас 21 делаю. То есть всего 21. Версия у меня для Steam оригинальная. Играю в оригинальный английский язык, оригинальная версия. Есть в Steam, если зайдете, купите игру, там есть внизу комментарии, как можно русскую версию установить. Поверх файлы надо переписать, и получится у вас русская версия. Но я это не люблю делать, я решил в оригинальную пройти, поэтому я не добавляю русский язык. Возможно, как-нибудь потом добавлю, просто покажу, как на русском выглядит, кто не видел или кто хочет просто на русском, чтобы посмотрел, как я проходил или еще что-то. Значит, последняя глава, значит, у нас тут босс будет на десятом уровне. Он будет немножко сложнее, чем первое прохождение, когда ты проходишь. Насколько я не помню, посмотрим. Мне самому интересно, насколько сложнее он будет. Что еще можно рассказать? Да, в общем, все нормально. Прошли без проблем особых. Единственная проблема, которая вызвала, это вазобой, когда вазы разбиваешь, и я зомби. Я с первого раза их не прошел. Но это не беда, потому что со второго попытки все пройдено. Я просто понял, как проходить. На самом деле, я даже не смотрел никакие видео, как проходить, что делать. Я просто понял, что я делаю все правильно, просто надо было немножко, как сказать, немножко улучшить свою игру, не допускать ошибок, и получилось все замечательно. То же самое с режимом выживания, прошел с первого раза. Я тоже не знал, какой стратегией пользоваться, просто решил такой, какой вы видели в предыдущих частях. Ну вот так вот, ну что можно сказать, игра отличная, конечно, получилось все замечательно. Следующая игра, я допройду Kingdom Rush, я там остановился на 12 уровне, у меня там босс. И я его тоже с первого раза не смог победить. Пару попыток у меня было, не получилось. Так что если вы играете в эту игру, или вы собираетесь найти какую-нибудь интересную игру еще для прохождения, обратите ваше внимание на Kingdom Rush. Игра доступна на всех платформах Android, iOS, Windows, возможно, еще где-то. Но я не уверен. Даже в браузере, кстати, она доступна. То есть, неважно, какой у вас компьютер, в браузере можете поиграть. Просто пишите Kingdom Rush Online, играть, все. И там с официального сайта можно играть. Но там есть ограничение, что не все герои, что-то недоступно, потому что она как бы бесплатная. Если там доплатишь, станешь премиум аккаунтом, то у тебя откроются там дополнительные герои. И еще что-то откроется, я уже точно не помню. А если я так поставлю? Не, амбреллу поставил, она не работает. Просто хотел проверить, если ее ставишь, она сможет отбить зомби? Нет, уже поздно, как бы он уже начал забирать растения, не работает таким образом. Ну да, я не заметил, что у меня тут амбрелла есть. Можно было нормально поставить, например, вот так. Теперь у меня защита хорошая, кстати, таким образом. Сейчас внизу еще поставлю. Я-то часто не прохожу с ней, потому что
Ну, и так можно спокойно пройти. Но вот теперь у нас сейчас полная защита будет. Еще вот сюда поставлю. Как видите, везде один квадрат по бокам. Они все блокируют абсолютно. Никакой зомби ничего не сможет сделать. Так, а здесь мы, значит, немножко дальше сделаю я стеночку. На одну клетку, чтобы больше стрелять могли. Так, здесь то же самое. Опа, все. О, украсть ничего не могут. Так. Ну, значит, я сейчас пройду эту главу и сразу же дерево начинаю выращивать. Продаю все свои растения, выращиваю дерево. И потом, возможно, еще один ролик будет, покажу все секреты, коды по игре, что они дают. Вот один, который вы видите, это усы, я уже показывал много раз. Есть еще похожие, это фьючи, когда пишете, они все в очках будут, в специальных очках, как будто из будущего. По крайней мере, по версии разработчиков, это очки из будущего. Должны именно так выглядеть. Я не уверен, что именно так они должны выглядеть. Они выглядят довольно нелепо. И ничего не вижу я такого, что это из будущего очки. Ну и ладно, разработчики. Им виднее. Они решили таким образом сделать. Но усы прикольнее, чем фьючи. Типа очки из будущего. Усы как-то более милые. Более приятные. Так... Ну что, я думаю, чё б так не поставить. Поставлю еще один ряд. Они не справляются просто. Чтоб было интереснее. Вот так вот. Последний флаг и все. Так, какой тут секретный уровень будет? Сейчас буду вспоминать. А, я помню, где чомперов ставите. Чомперов постоянно ставите, и постоянно зомби появляются. И чомперы, и чомперы, и чомперы у вас только будут. Вот такой вот последний уровень там. Так, ну что, повалили зомби со всех сторон. Убейте ты, все. Этих всех задавил, и в первой только осталось. В первой линии остались зомби. Ого, он что-то съел тут даже. Да, это не очень интересная стратегия, потому что она довольно слабая. Как видите, они спокойно все съели. Я ничего сделать особо не смог. Ну ладно. Так, а я сейчас в магазин хочу сходить и купить... А, я не знаю, работает или нет, купить грабли. Сейчас посмотрим. Да, куплю я грабли. Ну, у меня все куплено, только тут растения куплю. А, не куплено у нас вот... Аквариум и сад для грибов. Все, ну и по 2500 будем покупать. Ладно, возвращаемся. Значит, у нас дело обстоит таким образом. Что у нас тут? Красть будет хорошо. Амбреллу давайте возьмем. Возьмем амбреллу. Так, чтобы этих убить, я, наверное, возьму. Так вот, где у нас? Ага. Для начала у нас есть. Все нормально. Что будем, как убивать будем? Я не хочу этими убивать. Что-нибудь новое придумать надо. Да что тут придумать особо нечего. А, перепрыгивать будет, хорошо. Ну, я не знаю, как мы будем тут их убивать. А, звездочка есть. Есть звездочка. Ну, давайте такими грибами попробуем. Посмотрим, что получится. Ну так вот, значит, в последней линии пойдет зомби. И здесь я оставлю место, как в предыдущий раз. Поставлю зонтик, амбреллу. Так, вот первый. Как оно называется? Вот эти грабли, они экономят 25 золота, по сути, денег вначале. Ну, просто вместо нее я бы мину ставил. Сейчас мину не надо ставить. Вот и все, все отличие на самом деле. Так, для этого надо что-то поставить. За сотку, наверное, все-таки поставлю. Ну, давайте так, подальше поставлю. 2, 3, он, по-моему, 5 ударов надо, чтобы он нанес. 3 было, 4, сейчас 5, он умирает. Все. Так, в первой линии проходит. Сейчас я поставлю. Так, сюда надо завернуть. Так, в эту линию еще.
Ну, тут без начала такого трудно что-то придумать по-другому. Ну, можно гриб сейчас посадить за 75. Но он, по-моему, не будет стрелять. Давайте посмотрим. Будет он стрелять? Достает? Да, нормально. Гриб как раз хорошо в этом месте идет. Так, чувак будет прыгать. Давайте сделаем таким образом, чтобы он прыгал сразу. Так. А здесь я хочу звездочку поставить. Не знаю почему. Просто хочется. Так. Еще один чувак прыгать будет. Ну, пусть прыгает. Я, кстати, грибы так ставлю. Ничего так. Хорошая стратегия. Когда их будет много, они нормально пробивать будут. Так, мне надо за сотку. За сотку надо еще амбреллу одну поставить, зонтик и защиту. Чтоб наверняка уже. Давайте поставим защиту. Опа, у меня в этой линии ничего нету. Я как-то прозевал момент. А теперь грибок будет. Так, амбрелла, сотка. Ставлю. Ну все, это под защитой. Вот здесь только еще защита. Он понадобится чуть позже. Я снесу вот эту стенку, которую поставил. Она не тут не подходит абсолютно. Так. Ну что, у нас деньги появились. А что здесь появилось? А, здесь эти... с банками. Как там? С ведром на голове. С ведром на голове люди, чуваки, пойдут. Значит, я вот так поставлю. Здесь у меня амбрелла будет вот так. Что, первая большая волна? Ведер я не вижу. Значит, все более-менее хорошо. Тик. Сейчас я поставлю здесь у нас будет. Вот так. И как раз чувак бежит в эту линию. Получилось идеально. Так. И здесь мы сделаем грибочек. А, надо было туда амбреллу ставить, но я... Ну ладно, ничего страшного не произошло. Абсолютно ничего страшного. Так, бежит один. Сейчас надо что-то с ним сделать. Сюда поставлю, пусть прыгает. Вообще вот так вот. Так, начали бегать везде абсолютно. Ребятки. Ну пусть переп... А не, пусть так. Не, добьют, наверное, он же почти должен дохлым быть. Да как так, ребята, вы чё? А, кстати, звездочки неплохо помогают против них. Очень хорошо так. Не успел. Надо везде вот так ставить. Магнит съедят, ну и ладно. Я еще поставлю. Так, 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 что у нас внизу? Внизу? Так, это не украдет ничего. Кофейное зерно надо поставить. Так, ну в целом нормально все. Но небольшая суматоха все-таки тут у меня везде. Получается, какая-то царит. Так. Здесь горшок и стенка. Так, ну одна линия у меня только без стенки, и все. Так, это еще только вторая волна, еще третья будет. Так, вот так.
Так, а здесь я поставлю, значит, звездочку, и внизу тоже будет звезда. Еще 25 и звездочку возьму. Так, сюда. Все. Магниты хорошо работают, без проблем. Вот сейчас еще одно ведро надо убрать. Они довольно быстро перезаряжаются, где-то секунд 12, 10-12 секунд. Так, прыгать будут, но уже нельзя, вот здесь не перепрыгнешь. Извини, уже не перепрыгнешь. Так. Ну, в целом все. Тут ничего больше не надо делать. В целом я под защитой, надежной защитой. По центру вот только добавить еще надо боровика одного. А туда поставить стенку, передвинуть немного вправо. И тогда будет более эффективно. Давайте вот так сделаем. Так, пытаются украсть, но не... Так, внизу получится украсть, к сожалению. Ну и ладно. Обновлю сразу, поставлю. Здесь мы сносим и ставим боровика. И теперь все нормально. Жалко, что нет кнопки двойная скорость, как во второй версии Plants vs. Zombies добавили. То есть нажимаешь так... Ну, ты понимаешь, что тут уже ничего не произошло, не произойдет, как бы ты уже выиграл. Можно расслабиться и нажать кнопку «Двойная скорость». Так, ну что, готово все? Готово. Ничего не украли. Только сюда зомби посадили, к сожалению. Ну все. А, блин, у меня получается украли магнит, поэтому я не смог одно ведро убрать. Ну и так убили, все нормально. Все, прошли мы второй уровень 5 главы. 2 уровня и бонусная игра будет. Бонусная игра. Так, ну ничего нового, только вот лестница. Мне кажется, это уровень будет очень легкий. Ничего сложного. Ну что, наверное, тут все равно надо вот так амбреллу поставить. Чуть через чемперов по ней поиграть, а? Попробуем через чемперов. Чемперов, защита и что-нибудь стреляющее, например, арбуз. Посмотрим, что у нас получится с такой стратегией. Начало стандартное. Сюда. Здесь у меня уже чемпер должен быть. Сейчас 150 наберу. Раз. Два. Еще два. Раз, два. Так, продолжаем делать подсолнухи. На этого не обращаю внимания. Он еще пока подойдет, я успею все сделать. У меня будет много чемперов. Кстати, бонусная игра будет точно такая же. Чемперы. Ну, я здесь решил сделать так. Но это будет посложнее здесь, потому что сейчас зомби будет очень много, и все-таки чемперами тут не пройти. Ну, начало можно спокойно вот так вот сдерживать их, потому что с конусом едят они. Никаких проблем. Так, еще два подсолнуха. И готово.
Так. Здесь мы ставим вот так вот. И один чомпер нужен. Так, зонтик. Опа. Так, еще зомби пошли. А здесь я тогда сейчас арбузы буду ставить. Сейчас посмотрим, где мне начинать их ставить, в какую линию. Так, снизу съедят, сверху надо ставить. Или я чемпера пока поставлю. Да, поставлю чомпера еще одного. Может и чомперами попробовать пройти? Опа, шоколадка. Не, все равно нужны арбузы, потому что чомперы это не то. Чомперы не так эффективны будут, когда будет столько много зомби. Ну, прикольно, что они лестницу там съедят, это чувака с лестницей. Но не более того. Так. Еще одного чомпера поставлю. Хорошо, что не съел. Я так и думал, блин, только не надо есть сейчас. Вся нож умрет. Так, будут красть сейчас, наверное, воровать. Или нет? Да нет, ничего такого. Да, все дохнут. Чемпер нужен внизу. И сейчас надо что-то еще поставить там. Я вот так поставлю. Под защиту его сейчас быстро. Арбуз за 300 надо поставить. Чувак, давайте, ребята. Арбузик, где арбузик? Три солнца еще. Два, один. Все, поехали. Так. Думаю, что еще придумать. Давайте чомперов еще один ряд. О, пошла лестница. Ну, сейчас посмотрим, насколько у тебя стальная лестница. Все нормально. Да, вот так вот. Чомперы, чомперы, чомперы. Защиту. Сюда чомпера. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Huge wave of zombies. Ну, не так уж их много. А, еще, блин, одна волна будет. Я что-то думаю, блин, давайте поставим целую еще одну линию арбузов, потому что что-то очень медленно мы их убиваем.
Мне это не особо нравится. Побыстрее надо проходить. Быстрее убиваем, быстрее новый выходит. И все в таком духе. Так. Странно, как он там лестницу эту ест? Надо как-то было сделать анимацию, что лестница валяется где-нибудь после этого. Хотя, кто знает, может они все что угодно могут съесть. Эти злые растения. В этой игре даже растения местами кажутся более злыми, чем зомби. Зомби такие добренькие, идут. А их так зверски убивают некоторые растения. Ну что, двойной ряд, еще вот сверху осталось. И готово. Ну так намного эффективнее. Они вон там, никто пройти не может уже. Особенно, когда их много зомби, сплэш идет с разных волн, с разных линий имеется в виду. И они вообще быстро умирают. По башке им. Ну и вот еще сюда. И вот надо прикрыть два чомпера у меня. Не очень хорошо прикрыты. На самом деле можно было, конечно, не в эту линию ставить, а вот чемперы вот в третьей линии, ну в первой из трех линий чемперов убирать. Они там не нужны. Ну ладно, так уже получилось. То по деньгам сейчас, конечно, я просяду. У меня только сколько? 7 подсолнухов осталось. 3, 6, 7, да, 7 подсолнухов. Ну и ладно. Уже конец, последняя волна. У меня есть этот перец. Может взорвать кого-нибудь? Давайте взорвем кого-нибудь вот так. Кого-то украсть хотели, но не получилось. Чемперы съели их. Ну и все, тут по центру осталась волна. А, сверху еще. Готово все. Прошли третий уровень пятой главы. Впереди последний уровень перед бонус-игрой. Которую я очень жду. Так, ну что здесь? Вот прыгающие чуваки, они реально опасные. По-любому опасные. Вот я много раз, так знаешь, как-то недооценивал их. И они хопа. И прыгают, и прыгают. Так. Не знаю, что мне можно взять. Ну, чтобы не перепрыгивали, это раз, да. Магнит я не хочу брать, это фигня. Что, как их еще быстро убить можно? Сейчас посмотрим. Ну, придавить их можно. Чомпером можно убить, да. Ну, как-то не знаю, что еще придумать. Поставил таким образом, посмотрим. Так. Надеюсь, что они на мину-то запрыгнут. Не перепрыгнут же они мину. Я на это очень надеюсь. Какой-то запах гари у нас от соседей. Поэтому я так смотрю, что у меня тут. Не, у меня все нормально. Реально, запах гари какой-то. Так, значит. Последняя, третья у меня, которая осталась. Как она там? Грабли последние, третьи остались. Все, снова их надо за 200 будет закупить. Они закончились. Так, здесь мина будет у нас. Начало быстренько надо все покупить. Больше подсолнухов. Так, сюда. Поехали. Опа. Сюда. Так. Сейчас взорвется. Так, а для этого я сюда мину тогда поставлю. Я успеваю. А, блин, что я так строю? У меня же нету амбреллы, то есть они будут воровать их. Так что можно по-любому ставить, как хочу. Можно не переживать по этому поводу. Так. Главное, чтобы сейчас прыгать не начали быстренько. Надо подготовиться к ним. Ну что у нас? За 325 на самом деле очень хорошее место вот здесь поставить. Вообще офигенное. Да, и по деньгам совсем другое дело, когда мы вот так вот без зонтика этого ставим, то вообще офигенно все. По деньгам. Так, я здесь поставлю бомбу. И пока все горшками застрою, а потом посмотрим, что я смогу сделать с этого. Так. Давайте сюда поставлю.
Так, они будут прыгать, значит, у меня надо вот эту вот защиту поставить. Где, пока не знаю, увидим. Пока никого нету. Так, снизу еще, сейчас 325. Вот так вот. Все, уже конус не дойдет. Тут уже сразу двое стреляют. Более-менее прикрыл я все линии. Только первая и последняя линия самая незащищенная, потому что только один горох стреляет. А по центру самая защищенная. Три гороха летит туда. Так, ну значит продолжаем мы побольше ставить. Я тогда тоже так вот поставлю здесь. И сверху, и снизу. Везде будут 325-ки стоять. Вот сейчас по центру 4 гороха летит. Это вообще супер. Так. И сюда. Вот, снизу у нас не очень, поэтому поставлю я капусту. Потрачу 50 долларов, ну не долларов, а солнце, но все равно. Солнечная энергия у меня в порядке с этим все. Далее. Сейчас 325 вниз поставлю. Но они сейчас будут прыгать, мне надо будет посмотреть, куда поставить блокировку. Если один будет, посмотрим, если два. Я тогда использую кабачок, это вернее капусту. Не, все нормально, никаких проблем. Все отлично. Значит, я продолжу с 325 ставить, а дальше посмотрим, что я придумаю. Ну да, по центру все четко. Здесь тогда пусть прибивает его. Так. Стенка будет вот здесь у меня. Я решил таким образом сделать. Как-то верхние линии проходить начинают, не знаю. Давайте еще поставим тогда. Чтобы быстрее добивали они. Так, ну они же просто прыгают, да, получается. Он прыгает, он ничего не ест. То есть можно, по сути, вот так и оставлять. Мне кажется, он не перепрыгнет столько гороха. По бокам только поставить, и все, никаких проблем. Вот здесь я ставлю, да. Ну, как мне его убить? Поставлю капусту, либо поставить чомпера, например. Давайте чомпера. Все, пошел, посмотрим. Сможет, выдержит он столько. Да, не, ничего не выдержал. Быстро очень умер. На месте прям. А, да-да-да, тут же эти чуваки. Они будут перелазить. Вот такая вот. Ну, все равно чомперов поставлю, и все отлично будет. Снизу тоже чомперы нужны. Вот так вот. То есть, если кто перепрыгивает, один чомпер, второй, третий. То есть, нормально все будут держать. Так, ну они съедают. Что за дела-то? Они защищенные были слишком. Да, вот так надо ставить. Надо, чтобы они использовали лестницу, и тогда они беззащитные становятся. Так, ну убьем. Вот этот главное, чтобы не перепрыгнул. Сейчас посмотрим. Давайте тогда так сделаем. Чомпер, съест ты его. Ёшкин кот. Что за дела? Чомпер не ест его, оказывается. Вот такая фигня происходит. Так. Не ожидал я этого. Так, едят у меня все вообще подряд они. Надо что-то с этим делать. Чомпера сюда. Так, сюда давайте. Пусть защищают. Лезут уже прямо сюда, сверху. Да, не очень хорошо без магнита проходить. Довольно сложно, неприятно как-то. Но в целом я пройду, никаких проблем не будет. Здесь поставлю.
Капусту я добавил, чтобы они добивались, там кто прыгает. Капуста пульту. Вот я поставил целый ряд, ради этого только. А здесь, наверное... Здесь вот так. Съест? Нет, не съел. Ха-ха-ха. Не может он съесть. Как здесь пролазят они вообще во все. Сейчас я поставлю сюда быстренько. Прибьет двоих сразу. И этого съест. Нормально. Только здесь чомпер будет. Так, ну, чтобы была лучше защита, я, наверное, в конце еще везде поставлю капусту. Первую линию всю в капусте сделаю. Сюда срочно надо. Давай, ешь. Так, так, так. Что-то у нас тут проходит, ребята. Давайте тогда вот так сделаем. Блин, да я ничего сделать не могу с этим рядом. Профукал я его. Давайте тогда таким образом убьем их. И капусту еще поставлю в этот ряд. Сейчас будем восстанавливать ряд этот. Чемперов буду ставить побольше. Ну, три капусты здесь есть, так что должны добивать они. Но все равно неприятно как-то. Чемпер. Верхний ряд чемпер съест, все нормально. Давай, ешь. Съел, так. Значит, так. Ну, в целом, последняя волна, она не особо сложная, как правило. Сейчас съедят их. Вот здесь он проходит, да, я сейчас быстро ставлю. Блокирую их. Ну, все, сверху только чемпер нужен. Так, здесь умирают. Последние два зомби. Сейчас я быстро чемпера сюда. Все, готово, прошли. Да, неприятно, конечно. Нужно срочно, конечно, убирать эти. Больше магнитов ставить. Без них вообще никак.